Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я рыба, которая живет в мире людей, потому что эта игра под названием «Я рыба». Мы с вами продолжаем, но если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я отправляюсь на третий уровень. Мы прошли через крыши, через чердаки, через канализацию, и вот оказались где. Не знаю пока. Загружается, сейчас узнаем. В этом уровне мы с вами еще не бывали. Это озеро, все то же озеро, в которое мы сбежали от уборщика. Вопрос только в том, что делать дальше, куда плыть. Здорово, людишки, вы ведь не будете на меня нападать? Не будете. Назад точно плыть не нужно, погнали вперед к фонтану. А еще игра выглядит как какой-нибудь пиксаровский... А вот и, кстати, он... Какой-нибудь пиксаровский мультфильм, вам не кажется? Вот реально, как будто бы я оказался в мультике. Чё ты орёшь? Ну все, ты упустил меня. Твоя тележка перевернулась. Ну, чё поделать? Таковы рыбы, такова жизнь. Так, вот только я не... Опа, тут куча мусора. Так, нет, ничего опаснее. Они прямо самонаводящиеся. Стаканы, шприцы и... пластик. Так, а вот и труба. Туда-то мы и полетим. Но что за... Плохие люди здесь живут. Реально ужасные. Почему они сбрасывают в озеро вот эту всю дрянь? Я найду их. Я найду и покараю каждого человека, кто это сделал. Я там не застряну. Оу! Ха! Повезло. Блин, только не на крышу. А что делать? А что делать? Так. Прикольно. По ливневке мы будем плыть? Я уж боялся, что от жажды снова умру и от свежего воздуха. Так, хорошо, но вода-то не будет в ливневке бесконечной? Или она будет стекать в окно? Мне бы найти аквариум, в котором можно будет затусоваться. Но где найти аквариум посреди города? Так, мусор, и что с ним делать? А, нет, пожалуйста, не надо, вот не надо, а, аквариум! Вай, хорошо! Так, нас теперь двое. Братишка, как тебя зовут? Меня зовут Саня, я рыба. А ты кто? Так, я хлеб вижу. Похоже, этот братишка немного недалекий. Он даже ничего не пытается делать. Нужно накормить его хлебом, и тогда появится интеллект. Да ведь, братишка? Не, посмотрите на его взгляд. Он реально такой... Я рыба. Я рыба. Ну, а я Саня. Так и живем. Шо, попробуем с тобой, братан, спуститься по лестнице. Ты только, главное, ну, давай-ка, особо там, ну, не двигайся. Да ты, он влево меня тащит. Пипец, чел, мы с тобой на одной стороне, я пытаюсь тебя спасти, себя. А он берет просто в обратную сторону, тянет аквариум. Так, давай в комнату зайдем, это кухня. Аккуратно. Стул, музыка, стаканы, чайник, пол. Что бы все это могло значить? Ну, дверь будет закрыта по-любому. Опа, это вас, задумал еще один аквариум. Не, он реально мне мешает плыть. Нам на улицу? Я думаю, что да. О, хлебушек. Только я ведь не смогу до него добраться. Он высоко, он на бордюре. Или не на бордюре? Хлебушек! Ей! У тебя, дружище, тоже интеллект, как у хлебушка, я так понимаю. А еще вокруг мухи летают, ужас какой. Благо, мы защищены, у нас есть купол, который не пропускает сюда всякую гадость. Но я же мог съесть муху, рыбы едят мух. Спокойно причем. С большим удовольствием. Ой, 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 мы чуть с тобой, братан, не встряли. Давай, просто отдайся случаю. Просто плыви по течению. Точнее, не плыви, не двигайся. Я буду плыть, а ты не двигайся. Так. Господин друг, мы с тобой преодолеем это препятствие. И желательно по безопасному пути, более широкому. Вот тут. Тихо, 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 братишечка. Браточек, мы с тобой браточки, кусочки, мужичочки. Ты что творишь-то? Ты мне не брат больше! Ты мне больше не брат! Ты что? Я налево, а он... Ну все, братан, спасибо тебе. Классно тебе, да? Вот ты сам это сделал. Будет тебе урок, а я отсюда уже не выберусь. Блин. Да, дружбан, таких дружбанов и врагам не надо. Так, ну попробуем еще раз. Главное, очень медленно все делать.
Тихо, тихо, тихо. Да, медленнее, 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 медленнее. Супер медленные движения хвостом, плавниками. На... Тихо, тихо, тихо. Это супер испытание для нас обоих. Для двух братков. Все-таки я не могу быть злым, знаешь, дружище. Я понимаю, что ты хлебушек. Поэтому я не могу на тебя обижаться, ведь я люблю хлебушек. Оп, вот. Тихо, 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 что делать? Что делать? Ничего не делай. Я налево. Нет. А! Фу! Так и было задумано, ура. Е, сохранение, куда... Куда дальше? Тихо, не плыви. Да не плыви. Да не плыви! Ну зачем же ты туда плывешь? Зачем же? Я пытался назад, а он не хотел назад. Ну и чё? Давай возродиться. Покатились. Вот теперь кати. Вперед. Не надо назад. Вперед, вперед, давай. Под колесами. Блин, почти. Так. Тихо. Под колесами? Под колес! Не под колесами. Жесть. Он на дороге с ума сходит буквально. Мы успеем. Справа никого нет. Слева зато кто-то есть. Только не автобус. Только не автобус. Только не автобус. Ну, почему? Почему автобус? Так, давай подождем. Машина это проедет, и мы все, покатились. Живы. Живы, живы, живы. Надо было сразу так и делать. Все, друг. Сейчас мы с тобой доплывем до океана, я тебя выпущу, и каждый пойдет своей дорогой. Не знаю, какие у тебя интересы, не знаю, чего ты хочешь, чего ты мечтаешь, но нам с тобой явно не по пути. Стой, 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 остановись. Имей совесть. Океан уже близко, нам осталось буквально одну дорогу с тобой преодолеть. Скатимся аккуратненько, медленненько по лестнице. Ой, сейчас будет что-то. Вдруг повезет. Я уже не могу остановиться, друзья. Это как снежный ком мы катимся. Прицельное попадание под машину. Не сигналь, себе по сигналь. Мы... Это чудо. Вы... Это чудо, у нас получилось. Люди. Я не буду рыбой на блюде. Я буду рыбой в канализации. Думаю, сюда нам нужно. Чё? Чё? У меня голова закружилась. Так. Ага. Нужно найти правильную трубу. Которая вы... Выплюнет нас не сюда. Так, хорошо, две трубы мы испробовали. Давай попробуем третью. Может, она подходящая? Чё-то я не понимаю. Пи-ю! Да, это как раз она. Чё? Банка, 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 банка. Я хочу в банке жить. Все, я живу в банке. Ничего не знаю. Окей, а банка... Как управлять банкой? Я могу управлять машиной, но я не могу управлять банкой, потому что я не умею. Она не катится, она... Я в ловушке. Такс. А куда? Я же даже не понимаю, куда. Если бы я понимал, куда, но я не понимаю, куда. Ну давай развернем ее и попробуем как-то вот так покатиться. Да не поворачивай ты ее. Ну что это за безобразие такое? Так, хорошо. Рыбёха, мы с тобой пойдем вдоль вот этого вот забора. Блин, застрял, что ли? Давай. Давай, 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 мы пройдем, пролазим, пролазим, пролазим. Так, теперь поворачиваем налево. И катимся. Потому что справа прохода явно нет. Так. Так. Еще. Давай. Развернулись. Нужно прямо по центру ее толкать. Вот так. Да жесть. Это будет супер сложно. Это уже супер сложно. Эй-э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 й. Вперед. Потом еще развернемся, это не страшно. Да. Пипец, это ужас какой-то, друзья. Я качусь.
Вон, видите, где красная дверь? Я думаю, нам туда. А люди меня могут растоптать? Я, если б мог, растоптал бы их. Потому что они держат меня в плену. Ну все, движение началось. Да, там вон ракушка, вижу ее теперь. До этого момента я ее не видел. Аквариум был гораздо круче в этом плане. Опачки! Опачки, а вот это может вызвать определенные неудобства. Жесть. Давай ее тогда вот в эту сторону развернем. Но тут главное не упасть вниз. Я не переживу этого, это будет слишком печально. Вот. Давай аккуратно катиться как-то. Потому что я не знаю, куда дальше. Не перестараться, главное. Сохранение сработало, класс. Друзья, это будет нечто суперсложное. Я не смогу здесь пройти никогда в жизни, мне кажется. Это место. Вы посмотрите, оно невероятно сложное. Невозможно сложное. Я должен умудриться катиться и в то же время поворачивать банку? И как вы себе это представляете вообще? И воды подо мной нет, я бы уже прыгнул в океан и жил бы там. Хорошо. Мы с тобой буквально, Рыбеха, сделаем пару поворотов. Давай вот так и покатились. Буду проходить медленно, а как иначе? Поспешишь и людей не насмешишь, и сам умрешь в мучениях. Не хочется мне. Не хочется, я ведь всего лишь маленькая глупая рыбка. Немного умнее, чем мой братик, которого я оставил в фонтане, но тоже не гениальная, скажем так. Опа. Тихо. Как думаете, друзья, у меня получится это место пройти? Я даже добраться до спуска не могу. Да поворачивай ты уже эту... Не туда. Перестарался. Вот так. Хотя бы так. Потом немножко направо повернем. Чуть-чуть направо. Yes. Я внизу. Так. Эх, я уж думал, ракушка здесь будет, а она еще дальше. Так. Я уж думал, ракушка будет тут. Да что ты будешь делать? Вау! Нет! Я даже, знаете, друзья, не могу понаслаждаться окружающим миром. Потому что я не могу им наслаждаться. Когда ты в банке сидишь, сложно наслаждаться окружающим миром. А, отлично. Вот этого мне не хватало. Давай, давай, игра. Ломай, ломай. Мы еще построим, да? Мы еще попробуем пройти. Вот как мне здесь проходить это место? Ну как, вот как? Так, как ты мне предлагаешь, игра, проходить это место? Ну я могу повернуть банку. С трудом, ну повернул вроде. Вниз не упаду. Катимся дальше. Если бы тут не было этих поручней... Это еще не значит, что все хорошо, когда есть поручни. А не, все нормально. Они... Проемы недостаточно широкие, чтобы я туда провалился. А что в смысле? А, хорошо. Окей. По трубам, да? Значит, по трубам. Так. Так. Ну, вроде... Вроде бы... Да подожди, поворачивай. Вроде бы прицелился. Толкаем. Ой. Что будет? Что будет? Я застрял. Можно ее вот так скатить? Нет, нельзя. Я думал, она просто скатится. Вот, ну, понимаете, да, о чем я? Я так ее толкаю, она катится, и мы все такие довольные. А тут ее повернуть даже не выходит теперь. Хотя не повернул. Ну, покатили. Ну, чё ты не катишься-то? Так. Еще больше разворот. Во-во-во-во-во-во-во-во. Покатились. Чё будет? Я умру, не умру? Я не должен умирать, потому что я не хочу. Потому что я молод и оранжев. Ой-ой-ой-ой-ой.
выжили. Вы поверить в это можете, друзья мои, любимые, друзья мои? Вы можете в это поверить, что мы выжили? И знаете, что сейчас будет обидно? Вот туда свалиться. Вот это было бы очень обидно. Банка, кстати, потрескалась. Обратите внимание. На ней появились трещины. И вот это опасно. Не знаю, что это значит, но явно ничего хорошего это не значит. Нет! У-у-у! Прощай, прекрасный мир! Ты был так прекрасен! Ну, хорошо, что все-таки сохранились. Смотрите, до океана остается всего лишь ничего. Просто нужно проехать по этой дороге, не торопясь, и будем в океане. Очень медленно нужно ехать. Аквариумом управлять было весело, банкой управлять больно. Чисто физически больно ей управлять. Это настоящее орудие для пыток, банка. Не сажайте рыб в банке. Никогда. Посмотрите, как ей тяжело приходится в банке. Ага, она еще и толкать ее не хочет. Рыбеха! О, а коробка, а ее не толкнешь, да, коробку? Нужно вот по этому узкому проходу проузиться, как-то пролезть. Ну, давай пробовать. Осталось дорогу преодолеть, и мы уже, считай, в океане. Боюсь даже представить, какие испытания могут нас ждать дальше. За этим мостом. Даже не хочу представлять, вообще не хочется. Я бы остался жить в банке, чтобы не видеть того, что будет дальше. Такс. Просто пару толчков, не надо ее катить. Надо вот так вот, да. Ну не так, вот так, да. Тихо. Тихо, 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 мой хороший. Тихо, мой золотой. Тише. Вот так. И вперед. Еще немножечко левее. Вот так. Идеально, покатились. Все, дальше будет проще. Или не будет? А, малыш, или не будет? Будет, будет. Ай, хорошо, вот только куда, направо или налево? А там слева супер мощный лабиринт, а справа хлеб. Я хочу хлеб, да. Я хочу хлеб. Или не хочу хлеб, ну, походу уже хочу. Зря я захотел хлеб. Ладно, я все-таки буду есть хлеб. А еще я буду смотреть на океан. Посмотрите, как он прекрасен. Он буквально рядом. До него вот нужно буквально протянуть плавник, и ты будешь уже в океане. Все, что нужно сделать, это протянуть плавник. Ну а кто мне протянет плавник помощи? Я думаю, еще можно будет срезать путь через хлеб. Как думаете, друзья? Блин, до океана четко остается. Тихо. Я думаю... А вот, да, смотрите. Мост есть. И мы таким образом срезали путь. Но если я сейчас свалюсь... Может сразу по мосту покатиться и забить на хлеб? Потому что вы только посмотрите, здесь нет границ. Тихо. Очень тихо. Не дышим. Не дышим. Не дышим. Тихо, 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 тихо. Одна мельчайшая ошибка, и все. И никакого хлеба. Аккуратно, давай. Мне чуть-чуть надо повернуть чуть-чуть назад. Вот так, чутка. Идеально ровно банку поставить у меня не выходит. Как бы я ни старался, она всегда немного под наклоном, под углом. Почти добрались до хлеба. Это невозможно. Я достал хлеб. Но если сейчас я разобьюсь, хлеб, который я достал, его придется снова искать. И вот это действительно плохо. Так, вниз, ну туда не стоит падать, там тупик. Явно тупик. Нужно по мосту катиться. Даже более или менее относительно ровно удалось банку поставить. Почти ровно. Малышок, смотри, мы сейчас с тобой просто делаем вот так. И разворачиваем ее. Получилось? Да, а дальше у нас есть хоть какая-никакая граница. И мы по этой границе и поедем. До следующей ракушки, которой даже не видно. Офигеть, где она вообще? Какое расстояние нужно преодолеть?
Вау! Воу-в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 оу. Воу-в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 оу. Так. Если я сейчас ее случайно толкну, банку, это будет конец. Пролезем, не пролезем. Тут. Давай развернем ее. И не перестараться бы. Самое опасное место в игре. За все время вот это. Мне почему-то так кажется. Или вот это место самое опасное. Да куда ж ты ее прямо толкай? Не надо ее поворачивать, когда я не прошу тебя поворачивать. Когда я говорю поворачивайся, тогда и поворачивайся, мой хороший золотой. Yes. Yes, друзья. Пипец. 20 тысяч минут нужно было потратить, чтобы добраться до этого места. И не минутой меньше. Боюсь. А! Чиш, 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 чиш. Жизнь, боль, что делать? Нет! Нет! Да! 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 Да, друзья, да! Получилось, рыбёха. У нас получилось с тобой. Я счастлив. Я думаю, ты тоже счастлива, рыба. Рыба, ты моя. Рыбёха. Круто. Но, друзья, про друзей не забыл. Друзья. Их нет, он все еще фантазирует. А где кореша наши? Без друзей будет грустно в океане. Надо друзей спасать, братан. А где их искать? Ну, их купили домой. Так, солнечный луч. Он укажет путь. Нет! Уплывай, тебя опять поймал. Ха-ха-ха, ну окей. Это нормально. Это нормально. Я же говорил, что мы рано или поздно отомстим людям. Что-то... А, он сигнализирует своим друзьям, где он. Получается так. Да, открылись уровни с друзьями. С рыбой Фугу, с пираньей и с летучей рыбой. Я даже не знаю, за кого хочу играть. Давай за пиранью. Почему-то мне хочется за пиранью попробовать. Насколько она хороша и что она вообще умеет. Хотелось бы знать. Дом, милый дом. Морда у нее офигенная такая. Тоже скучает по друзьям. Как он воровал у них весь хлеб. Значит, он самый умный, если он съел больше всего хлеба. Получается так. Хлеб. Где хлеб? Дайте хлеб. Увидел сигнал. Да. Ну, а что он умеет? В чем его особенность? Ну, это просто пиранья. Стой, 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 стой. Я знаю путь. Мы из таких передряг уже выбирались. По полочкам, по шкафчикам. Да. Перестарался на радости. По полочкам, по шкафчикам, аккуратно в раковину. Специальная обилка на пробел. Что он умеет на пробел, я чуть не вижу. А, он кусать умеет. Он умеет кусать, и что нам это дает? А, краник нужно откусить. Да? Или... Стоп. Не понимаю, погоди. Но я зацепился, и что мне это дает? Сломал краник. Мы зальем пол? Офигеть, пиранья, это круто. И теперь можно двигаться по полу. Какое давление воды в этом кранике, если... Нифига себе.
Всю квартиру, весь дом просто залило полностью. Только вот что дальше? Найти бы ванну, туалет или канализацию и смыться туда. Все, это путь к победе. А сейчас непонятно. Может, можно, типа, схватиться за ручку? Или за что? Или за дверь? Не знаю. Батарею сорвать? Выключатель? Нет. Так. Красный объект. Типа, краник был красного цвета. Может быть, шкафчик откроем? Вот, тоже красная штука. Да. Можно цепляться за красные объекты. Я понял. Это интересно. Это интересная механика. Так, нужно разогнаться и схватиться за эту трубу. Но нужно выпрыгивать из воды. Не попал. Еее! Прорвем канализацию полностью! Во, люди офигеют. Когда придут домой. Чисто одна рыба устроила глобальный потоп. Не связывайтесь с рыбами. А то рыбы свяжутся с вами. Еще одна дверь, открываем ее. Ай, хорошечно. Ай, хорошо, да отцепись ты от нее. Давай уже следующую трубу прорвем. Не попал. Надо бы из воды. И оба. Берегитесь, люди. Я так и в окно смогу выпрыгнуть со временем. Мне за пиранью даже нравится больше играть, чем за нашу рыбу золотую. В этом явно что-то есть. Дальше-то что, ручку открыть? Не, ручка не открывается, просто все заполняется водой. Во, она выливается через окно. Я думаю, нужно через окно, только через какое? Через это? Да. Вон, смотрите. А что, его разбить-то надо как-то. Оно треснуло, но недостаточно. Его нужно разбить. А как? Через это окно я тоже проплыть не смогу. Ну, потому что там стекло. Его нужно как-то разбить. А как? Не получается, самой рыбы не получается. Значит, нужно увеличить давление воды. А, вот через форточку вылезти нужно. Блин, тут тоже окно. Почему люди не помечают окна? Как быть рыбам, если люди не помечают окна? Хорошо. Все-таки, наверное, нужно открыть дверь. Может, там ванна, и мы еще воды добавить сможем? Нет, дверь не открывается. А эта дверь? Ищем, стало быть, красные объекты. Молоток. Ха-ха, серьезно? Молотком? Стоп, хватай. Молотком. Вау. Ха-ха-ха, это очень жестко. Только не банка. Ну почему сразу банка? Чуть что сразу банка? Ну и куда теперь катиться-то на этой банке? Через дорогу на ней будет невозможно. Ну, была не была. Надо скатиться вниз. Ну все, мне конец. Прощайте, люди. Я жив. Я не хочу под автобус. А, вон проход, куда нам нужно. Но я туда никогда в жизни не смогу добраться. Ладно, попробуем под углом сразу. Тогда мы возьмем разгон. Ага, ступеньки помешают. И банка трескается. Что делать? Я не настолько хорошо управляю банкой, чтобы проскакивать между колесами. Но вдоль бордюра разве что ехать. Как-то пытаться. Нет, туда, нет, туда, вдоль бордюра. Вдоль бордюра. Едем, 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 едем. Вдоль бордюра мы едем. Мы едем вдоль бордюра. Не под машину. Тормозы, 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 тормозы. Не разбилось, и слава богу. Пипец. Хочу сменить. Не знаю, поймает кто-то пиранью и захочет отнести домой. Он же не знает, что эта пиранья может устраивать потопы. Пускай меня отнесут домой, посадят в аквариум. Да, свобода — это хорошо, но свобода в банке — это такая себе свобода. Ой, вон и люди.
Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Да, он был сложным, очень сложным, но это пока еще не все. До новых встреч, всем удачи, пока. Ну а я покатился. Садите рыб в аквариумы, а не в банке. Ёлки-палки. До следующего чекпоинта давай доеду уже. Тормозы. Ну и на этом все. До новых встреч. Покедова.